сегодня спокойнее. Так что мы с вами отправимся в подводное плавание. А как это мы отправимся в подводное плавание? Что-то я не вижу здесь подводную лодку. Эй! Ну что, юнги, готовы к дайвингу? Чему готовы? К дайвингу. Дайвинг – это погружение под воду. А как же дышать под водой? У вас будут специальные баллоны с воздухом. А как мы будем смотреть сквозь воду? Смотреть через подводные маски. А как мы будем двигаться? Для этого есть маски. А еще мы наденем особые резиновые костюмы. Что-то этот дайвинг слишком сложный. Но что нам вообще на этом воде? Там мокро и неуютно. Мы будем искать чудесную морскую раковину. Вон у той скалы. Поднять якоря, хвосты в воду и